Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Давай-ка глянем, что у нас тут. Так, ежедневочку получили. Ивент. Какой ивент у нас есть? Ух ты! Да ладно, серьезно, что ли? Так, ребятушки, сегодня у нас будет два эпических квеста на прохождение. Так что, сегодня есть чем заняться. Ну что, начинаем с ивента. Как всегда по традиции, смотрим, что у нас здесь за задание. Так, зомби с тортом. А, нам вот так вот, окей. Как меня эта кукуруза удивляет, ее прикид клоунский. Так, тихо, родные, куда собрались-то? С факелами, да? Давай вот так вот сделаем. Успеем ли мы с тобой, а? Надо бомбить. Вроде как успеваем. Так, у нас с тобой есть удобряшка, если что. Воу, тихо, чё так много-то вас? Чё такой наплыв-то офигенный просто, а? Скажи-ка мне на милость. Так, наверное, нам придется сделать вот таким вот образом. Иначе они нас тут просто раздавят своей массой. Давай сюда поставим бумеранг. Ё-моё, еще идут супостаты. Отбиваемся как можем. Тут внизу вообще вот целая армада. Да их везде тут армада. Так, наверное, нам придется еще раз применить удобрение. Так, и сейчас пойдет последняя волна. Вот она. Бежит уже, сломя голову. Блин, а у меня удобрения больше нету, к сожалению. Тут еще и фараон. Так, мы его убили. Давай-ка я, наверное, вот сюда вот кукурузу еще поставлю. Сюда мы поставим, блин, бумеранг. Вот тут мне не нравится. А давай вот так сделаем. Орех с тобой поставим. Ты смотри, что творят, а? Твою ж дивизию. Сколько же их тут? Что они там лопают? Они уже орех съели один, да? Они захомячили тут орех. Так. Мне... Опачки. Друзья мои, по-моему, нам надо делать вот таким вот образом. Пришлось, да, газонкосилку выпускать, иначе бы здесь просто нас бы смяли. Ладушки, давай посмотрим, что у нас тут за награды. 3 картофельные мины. Ага. Гранатовая бомба. И 2000 монет. Ну вот, мне нравится, что на нам выпала гранатовая бомба. Я, наверное, ребята, еще разочек пройду, с вашего позволения. Ну что, принцип остается прежний, да? Расставляем, только единственное, что мы теперь сделаем с тобой капельку по-другому. Мы не будем с тобой делать в два ряда. Я имею в виду именно бумеранги. Они будут у меня стоять вот так вот. То есть на каждый ряд. Иначе мы их тут с тобой не продавим. Так, вот здесь вот вообще мне не нравится, что творится наверху, поэтому придется нам сюда выставлять бумеранг. Так, сюда, наверное, орех поставим. Воу, смотри. Не успел, я думал, сейчас пролетит. Что делаем? Наверное, вот так придется. Да, именно так надо было сделать, потому что слишком близко они уже подошли к нам. Давай сюда поставим бумеранг. Самые бесявые, это, конечно же, вот эти вот чепушилы с факелами. Они самые здесь бесявые. Так, давай-ка мы с тобой вот так применим. Кукурузу сюда поставим еще. Так, нам нужен бумеранг вот сюда. Но его мне не дают, как всегда. Что за проблема? И немножко заметил, игра подфризивает. Ёпрасоты, да ладно. Неужели пройдут они здесь, а? Посмотрите, с факелами идут. Срочно. Иначе сожгли бы все мои растения. Что-то как-то тут вообще тяжело. Да хорош уже, блин. Меня эти орехи вообще не спасают. Просто их сжигает и все. Да, кукуруза тут, конечно,
Не самый лучший вариант, если честно, да? Для защиты. Но справились мы. Прекрасно. Все-таки все равно одну газонокосилку я потратил. Так, давай открывать коробки. Ух ты, опять гранатовая бомба, да? Три штучки. Пять подсолнухов. И 2000 монет. Шикарно. Ну что, теперь, я думаю, нам пора пойти на прохождение квестов. Их у нас две штуки накопилось. Кстати, давай-ка мы посмотрим, что у нас в магазине есть. Ох ты. А такое у меня было или нет? Я не помню. По-моему, не было, ребята, у меня такого. Такого не было. Давай-ка мы, наверное, возьмем бесплатную пиньету. И посмотрим, что нам из нее выпадет. Так, 5 горохострелов, которые готовы прапаться на 7 уровень. И могилоед. Ну, как-то так. Новый костюмчик, да? А давай возьмем. Давай возьмем этот костюм. На нашей фасольке, по-моему, костюмов никаких нету. И я думаю, что это лишним не будет. Так, ну что, друзья мои. Давайте, наверное... Так, подожди, у меня денег 9000. Может быть, не хватит прокачать моего... Да, хватает. Отлично. 7 уровень получил наш обычный горохострел. Так, а я могу и вот этого прокачать еще на... Тоже 7 уровень. Ух, это скоростной горохострел у нас. Также у нас еще, смотри-ка, есть кабачок на прокачку. Ну, пенек, понятное дело. Кабачок, пенек. Ага, тут 10 тысяч надо. А где фасолька? Я хочу посмотреть, где у нас фасолька, и надеть костюмчик новый, который мы только что с тобой приобрели. Вот она. Вот, не-не-не-не, вот так вот. В смокинге все дела. Или лучше вот так оставить. В памперсе. Не, давай в смокинге. Ну что, наша цель — накопить деньжат. Естественно, надо будет прокачивать растения. Но мы идем с тобой, естественно, на ивенты. Так, здесь забрали. И первый это будет у нас взрывная вайн. А что это за взрывная? Я знаю, что есть орех взрывной. Но он, по-моему, не так называется. Так, Пенни тут пробубнила. А что так мало? Ох, мало, ничего себе. Там у нас спортсмен, который бежит, да? И этот чудик с курицами. Так, подожди-ка, их надо выставлять. Вот так, по-моему, да? Угу. Ты их выставляешь, и они еще взрываются, ко всему прочему. Иди отсюда. Воу-воу-воу. Да иди ты. Да, кстати, очень неплохо справляется. А почему ты дальше не взрываешься? В чем проблема? Так, ладушки, предположим, давай сюда поставим. Так, тихо, тихо, тихо. Здесь у нас еще и курица, оказывается. Блин. На тебе, супостат. Сюда поставим с тобой, да, наверное? Вот так вот будет лучше всего. Пока все под контролем. Вот здесь мне, конечно, не нравится. Так, пианисты, валите-ка вы отсюда куда подальше, а? Воу. Бегут, понимаешь? Они бегут, ребята. Ай. Давай сюда так сделаем, наверное. Блин, сейчас... Да чтоб тебя, да как же быть-то с вами, а? Сколько вас тут дофигища просто бежит. Именно спортсмены меня раздражают. Потому что они пробегают, и если врезаются в растение, в любое, они его уничтожают. Ну, может, хорош уже, а? Фортепиано. Так, вроде бы все, друзья мои. Здесь мы справились, сейчас эту бочку подобьем. Видишь, там зомбики сидят. Ха-ха, маленькие. Но готов. И здесь, в принципе, тоже готов. Ладно, первое задание у нас пройдено
идеально. Мы ничего не потратили, ни денег, ни газонокосилки, все превосходно. Давай быстренько передвигаться на второе. На второе испытание. Ну вот эти вот взрывную лозу надо, ребята, брать. Надо брать, надо ее, я не знаю, как-то прокачивать. У меня ее нету. Ох ты, вот эти вот штучки нужно защищать. Они очень хороши. А там, как ты видел, у нас будут и гаргантюахи. Кукурузки давай сюда поставим. Я тебе сейчас дам инкомин. Бегут уже, прыгают. Но здесь мы сделаем вот так вот. Чомпера сюда поставим, на всякий случай, чтобы он прикрывал. Эй! Фу, я уже думал, сейчас съест черничку мне. Так, а вот с этим вот плохо. Надо, наверное, вот так вот его, ага. Взрывчиков он боится. Шикарно. Блин, ну вот это вот опасно, конечно, что прыгуны здесь эти есть. И они причем прыгают сразу на мою чернику. Мне это совсем не нравится. Так, летуны, ко всему прочему, тут еще появляются. Когда-ка я вот тут взорву. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ребята, они съели. Они съели мне чернику, ты представляешь? Они появились именно над ней и захомячили. Как же мне тогда быть? Они сверху, да? Они сверху там появляются. Слушай, я даже не знаю, как мне их уничтожать-то тогда. Даже не знаю. Понимаешь, взрывные вот эти вот лозы выставлять сюда, ну это тоже как бы не вариант особый. Так, если только их взрывать. Ну-ка, вот чемпер сможет? Нифига, чемпер почему-то, ребята, ну он не срабатывает как надо. Так, сейчас взорвем здесь. Может быть, удобряшка нам, если что, поможет. Пока это единственный вариант. Или же кукуруза. Она же тоже, по-моему, сбивает все-таки, да? Этих чудиков, которые тут у нас будут появляться. Да-да-да, по-моему, она срабатывает. Но тут главное контролировать этот процесс. Вот таким вот макаром. Допустим. Давай кукурузы. Да чтоб тебя, да как вы. Я не знаю, что тогда делать здесь. Опять сожрали. Вот гаденыши, а. Кукуруза, значит, здесь не рулит. А если на саму чернику поставить, она что будет делать? Если я, например, на саму чернику буду ставить удобрение. Я, кстати, не пробовал. Надо посмотреть. Если бы мне дали здесь какое-нибудь растение, которое могло сдувать противников, тогда было бы все попроще. Но его нету. Вот смотри, он прыгнул, да? И сейчас схавает. Что-то как-то напряженно. Что-то, ребят, как-то напряженно здесь. Ну вот он прыгнул. И сожрал сразу же, ребят. Это уже третья попытка моя, провальная. Ничего себе. Неужели мне придется тратить деньги для того, чтобы использовать свои заклинания? Какие они у меня? И это еще не пришел Гаргантюа. Слушай, а я ведь точно, ребята, а че я туплю? Мы же можем с тобой вот эту вот лозу ставить. Так, я сейчас проверю, я могу ошибаться, конечно, но по-моему я могу ставить. Ну ты хавай так, господи. Ну-ка. Да, могу ставить сюда, отлично. Давай посмотрим, может быть, таким макаром у нас будет лучше. И, кстати, я хотел проверить, что у нас делает. Ага, очень-очень много молний выпускает. Хорошо, мы это учтем.
мы это с тобой учтем. Так, прыгай, да? Да на тебе. Ну ты вот здесь вот-то будешь уничтожать? Так, друзья мои, придется вот так вот делать. Так, активируем. Здесь тогда то же самое. А их меньше не становится. Смотри, смотри, он уже хавает там. И у меня, как всегда, ничего нету. Они сейчас съедят черничку мне. Хотя она вроде бы как стоит, в то же время не стоит, фиг поймешь. Ну давайте, захавайте вы гаргантюах вот эту. Ты видел, что он сделал? Он уничтожил мне мою ягоду и одновременно его подбила молния. Трындец какой-то. Но мы его убили позже, чем, конечно же, он уничтожил чернику. Ну, по крайней мере, сейчас ясно, как, ребят, нужно играть, как нужно работать. Все, поехали. Еще эти летающие, да? На своих стрекозах зомби. Давай, 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 прыгай. Так вот. Черника, ты не тупи. Предположим, здесь, наверное, сразу так вот взорвем. Здесь сделаем вот таким вот образом. Так, здесь у нас нет с тобой защиты. Придется активировать. Ну, допустим. Смотри, 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 летит. Так, здесь мы подбили. Этого съедаем. Опять идет гаргантюа. Ну вот это-то здесь будет что-нибудь происходить или нет сегодня? Давай-ка я вот так сделаю. Я просто не хочу, чтобы... мы здесь проиграли. Так, этот еще тут со своей палаткой идет. Эй, а гаргантюаха-то будете есть сегодня или нет? Так, ты хорош тут разбрасывать. Да неужели? Неужели у нас получилось? Это с какой? С пятой попытки? Как бы и ничего сложного, в принципе, нету, да? И вот это вот нужно процесс контролировать, потому что они очень близко подходят к моим растениям. Ну и, соответственно, их начинают быстренько уничтожать. Ладно, мы прошли. С горем пополам. Идем с тобой на третье задание и посмотрим, что у нас тут. Так, опять гаргантюа, причем бросающийся этими бесенками. Ах, тут вот так вот. Ладно, пускай будут подсолнухи пока стоять. Их, наверное, надо будет как можно больше сделать нам. Так, немножечко отвлекли. Но ничего страшного. Ничего страшного. Что-то у меня подсолнухи как олени выглядят. С этими рогами. Как чудики. Ну куда вы, хлыщи, идете, а? Мелкие зомби, куда вы идете? Дай-ка я, наверное, сюда вот мину поставлю. На всякий случай, вдруг они прорвутся здесь. А, у нас вот что есть. У нас есть взрывчики. Взрывная лоза. Так. А у добряшек, я смотрю, у нас тут нету, да? Добряшек нам не дают. Но если сравнивать мину картофельную и вот эту лозу, я считаю, что лоза, по-моему, будет покруче. А вот как ты считаешь? Естественно, свое мнение ты можешь высказать в комментарии. Это несложно. Так. Опа! Здравствуйте, приехали. Так, гаргантюа, вали. Вали отсюда. Ты нам не нужен здесь. Вообще не нужен. Так, что мы можем с тобой предпринять? Я даже не знаю. Вот так вот есть только. Накося. Ага, психует. Психует. Давай без выкрутасов.
все, да выпендривался. Ага, тут еще этот книголюб. Газетка жуй. Как хочешь его называй. Главное, чтобы всем было понятно. Так, надгробие эти нужно уничтожать. Ну-ка, дай сюда вот так вот. Ага. Но здесь вроде бы как попроще. Может быть, так поначалу кажется? Угу, попроще. Не понял, а... Ё-моё, я даже прозевакал, что здесь вот этот газетчик прошел. Как это так получилось? Это, ребят, мое упущение. Стоп. А что ж творится-то здесь такое, а? Опять этот газетчик, он же псих, на самом деле, этот газетчик. Он бежит как сумасшедший и все сминает на своем пути. Еще что ли Гаргантюа идет? Ну да. Чего ты там бубнишь? Психует он мне здесь, понимаешь ли. Так, давай, наверное, вот сюда сделаем. Взорвался. Во-во-во-во, видишь, как бежит он там, сломя голову, почесал. Но здесь, конечно, немножко... Хуже мы с тобой сыграли. Я две... Точнее, одну использовал, а вторую газонокосилку у меня этот газетка жуй потратил. И хорошо, что она там была, иначе бы он прошел бы в домик к Дэйву и сожрал бы его мозги. Ну что, у нас еще с тобой два. Ё-моё, да что ж ты будешь? Против нас просто одни гаргантюяхи выходят. Сейчас еще и водяные, да? Пошли. Ладно, взрывную лазу пока держим. Ага, тут, по ходу дела, только лоза и будет. Точно, скорее всего, так и будет у нас. Ладно, будем выстраивать. О-о-о, идет, идет, идет. Псих-то этот, Гаргантюа. Сгорел. Ага, тут электрокамыш. О-о-о, тихо. Нет. Да, блин, ведь пробежит же, а. Ну ты понял, да? Что здесь еще у нас происходит? Как тут сделать-то? Так, наверное, и вот так вот. Видишь, что творят? Видишь, что творят супостаты? А у меня, друзья мои, и воспользоваться нечем, да? Но здесь придется вот так вот это сделать. Потому что он слишком оборзевший. Эти вот противные, которые тут стоят. Осьминоги. Но! Где, где взрывная эта? Взрывная лоза, где она? Блин. Он же сейчас мне тут все, а? Вот она. Отлично. Так. Активируем. Где молнии, блин, ну? Вот здесь, конечно, люто. Накося, выкуси. Хлыщ недоделанный. Так, теперь сюда поставим. Вот, наверху мне не нравится, что происходит. Взрывная лоза, отлично. Нет, давай мы тут еще тут взрывчик сделаем с тобой небольшой. А это у нас тут осьминог, да? Все четенько. Вот сейчас вот великолепно, друзья мои. Справились. Ху, всего лишь две газонокосилки у меня осталось. Ну, главное, как говорится, результат. Ладушки, едем с тобой на последнее задание. На пятое. И получим пиньяту. Я думаю, что там будет именно взрывная лоза. Хотелось бы мне верить в это. Потому что это растение пора открывать. А у меня его нету. Так, ну как же без Гаргантюа. Плюс тут еще, видишь, надгробие. А мне почему-то дают спорогриб. Давай так вот сделаем с тобой. Надо все это дело зачищать. И быстрее. Так, сюда поставим, наверное. И сюда.
Будет ли от этого какой-то толк? По идее, должен. Да, мне поставить сюда, может быть. Йоу, ничего себе ты там полетел. А вот это вот уже бесяво, ребята. Потому что здесь противные, оказывается, зомби еще у нас будут. Естественно, те, которые бегут. Как очумелые. Что мне тут сделать? Ого! А как ты здесь оказался-то? Мне это немножко непонятно. Ох, вот что мне дали. Это было мое спасение. Плюс две... Вы издеваетесь сейчас? Вы сейчас серьезно, блин? Да ну-ка нафиг, хорош. Я отбиваюсь как могу. Так, их еще не подбить сразу же. Дай-ка я возьму расту... Вот, вот что мне нужно. Фью, кажись все, кажись отбить. А, нет, нет, ребята, финальная волна только сейчас пошла. Слушай, мне кажется, у них шансов здесь нету. А вдруг есть? Давайте вот сейчас попробуем с тобой поуничтожать. Ну, совсем, ребят, другое дело. Все, можно расслабиться. Этого зомби мы с тобой запинаем. Вот так вот сделаем. Ну что, мы прошли. Прошли с тобой этот квест. Получаем награды. Денег, конечно, маловато у нас. Но главное, награды. И смотрим. 50 премиальных семян должно быть здесь. Так, 10 орехов высоких. 10 вот этих вот Magnifying Glass, или как там, Grass. 10 вишневых бомб, которые скоро хотят прапаться. Ну вот, 10 взрывных лозы. Так, нам нужно еще, ну, ребят, 60 нужно, чтобы прокачать. Точнее, даже не прокачать, чтобы открыть. Так, один мы прошли. Где следующий у нас ивент? Вот он. Ага, здесь... Здесь будет, ребята, горох. Такая же, как лоза, только это будет горох. Офисные зомби здесь. Что-то новенькое. Так, ну эти горохострелы мы сегодня прокачали до 7 уровня. Но все равно они слабенькие. Вот. Вот этот горох. И что он делает? В чем прикол у него? Пока не могу понять. Да никаких, по-моему, приколов нету. Просто стреляется, как обычный горохострел, и все. Ничего в нем такого особенного я не вижу. Может быть, конечно, он под удобрениями что-нибудь эдакое вытворяет, но я почему-то сомневаюсь. Это мы с тобой проверим. Так, пускай они тут строчат, как из пулеметов. А, это уже скорострелы у нас тут. Понял. Давай тогда. Ну что, посмотрим, что у нас делает. Абсолютно, ребят, ничего, как обычный горохострел стреляет. В чем тогда его... О! Это хорошо, ребят. В чем тогда его прикол? То, что он может просто на земле стоять, и на него можно посадить те растения. Вот и все. Ну, так не канает. Замечательно. Так, давай сюда еще влепим. Но тут победа однозначно. Шансов здесь пройти вообще нету. Все, по-моему. Отлично. Так, монетки на базу. А мы с тобой двигаемся дальше. Так, мы еще с тобой получили 5 гемов. Забираем. Так.
Ну что, первое испытание пройдено, идем на второе. Так, покажите мне, пожалуйста. Аух, вот этот вот Гаргантюа фиговый с гитарой. Он же, ребят, когда бьет по земле, идет волна. О, а у нас с тобой есть боулинг-луковица. Причем, как ты видишь, под удобрением сразу же. Будут под ультой бомбить. Блин, как они меня бесят, вот эти вот, которые кости свои разбрасывают. Пора влуплять, по-моему. Не рычи. Рычит он мне здесь. Так, то, что боулинг, это, конечно, хорошо. Это просто круто. Просто погром там такой устраиваем. Замечательно. Так, мы сейчас... Ох, тихо. Справимся, как думаешь? Справиться, по идее, должны. Хорошо, мы тут их прижучили, кстати. А вот и Гаргантюа. Где он у нас? На каком ряду? Вот на этом. Значит, нам нужно еще боулинг здесь зарядить. Вот, наверное, в принципе, и все, ребят. Замечательно. Прошли. Забираем с тобой награды. Это у нас какое? Это было второе испытание, да? Еще три впереди. Но, если честно, вот этот вот горох, который, да, ложится на землю, меня что-то не особо порадовал. И, если честно, я бы особо за ним не гнался бы. Так, пенек. Огненный. Плюс двигается по всем вот этим вот. Я так и думал. Интересно, он будет бросаться этим? Ага. Это уже радует. Че ты там бубнишь? Давай по ним. Пиу, пиу. Шикарненько. Так, сюда поставим защитника. Давай, давай, давай. Ну-ка. Где? Внизу. Внизу у нас с тобой Гаргантюах появился, да? Ну-ка, откинь-ка их. Да, минус. Так, этот чувак, который двигает игровые автоматы, он там как бы тоже нам не нужен. Влупляем. Давай вот так сделаем. Хорошо тут наяривает, посмотри. Так, стоп, а этот горг... Ох. Давай вот так сделаем. Он когда стреляет этими, да, горошинами, так вообще никак, потом он чихает. Вот это мне не нравится. Тут что-то как-то перебор, по-моему, ребят. Давай вот так вот сделаю. Наверху опять Гаргантюах идет. Огнем по ним. Еще. Давай теперь здесь поставим. Слушай, ну это мне повезло, что у меня растения под удобрениями. Так бы было бы здесь очень сложно, мне кажется. А так вроде бы как терпимо. То есть последнего зомби мы с тобой подбили. И, соответственно, это испытание у нас тоже пройдено. Третье. Еще два остаются. Окей. Ну что, поехали? Кто на этот раз? Так, очень много надгробий. Блин, опять там эти зомби. Как их звать-то? Амфибии, можно их так, наверное, назвать. Звездочки, звездочки. Пускай бомбят. Все это как можно быстрее с тобой нужно расчистить.
сюда, блин. Уже идут. Ну, звездочки у меня не открыты, ребята. Они не прокачаны вообще никак. Поэтому смеяться не стоит над ними. Хотя под удобрениями звездочка довольно неплохо бомбит. Давай-ка мы с тобой протестим. Видишь, да, что она утворяет? Так, пираты появились у нас тут. Ага, вон и эти амфибии, которые будут своих сейчас осьминогов разбрасывать. Не хотелось бы, конечно, попасть в немилость от них. Так, удобряшка. Ну что, активируем или не будем пока? Не будем, пока вроде бы справляемся. Ну а раз мы справляемся, значит все хорошо. Слушай, ну что-то вообще как-то на изи мы их разобрали. Ты посмотри, он там последний остался. Все, мы его ушатали. Отлично, я тебе скажу, получилось все. Тогда, друзья мои, остается совсем маленечко. Буквально одно испытание и все. Блин, вот с деньгами у нас, конечно, напряженка офигенная. Ну что, последнее, пятое испытание у нас. Сейчас я хочу глянуть, что здесь у нас. Оно обычно самое сложное, последнее именно. Ох, ёпарт, практически одни гаргантюахи идут. Ну давай, надо расчищать здесь территорию, это естественно, как можно быстрее. Эй! Погоди, 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 сразу же бегут, посмотри. Да ну. Эй! Да какого, блин... Секунду. Допустим. Все равно как-то фиговенько. Эй, да вас тут дофигища, слишком дофига. Сейчас начнут наши газонокосилки, ребята, отрабатывать. А ну-ка, вот так вот все сделаю. Что мне это дало? Влупляем, ребята, влупляем. Что есть дури. Причем везде надо это все делать. Что-то у вас тут дофига, уж больно дофига. На. Вот хорошо, сейчас мы прижучили их. Но вот эти-то все равно сильные. Вот эти вот мелкие, мелкие опарыши. Эй! Активируем, ребята. Не-н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 е, тут что-то... Где тут? Смотри. Трэш какой-то. Блин, вот этот отряд нельзя продинамить, иначе, ребята... Ну? Подбили, не подбили, не пойму. Идет, 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 засранец. Там еще водяные пошли. Слушай, вроде бы все под контролем, да? Активируем. Огонечки, все сам понимаешь, да? Отлично. Блин, вот это круто, ребята. Да, водяные гаргантюа боятся именно огненной атаки. Фух. Справились. С горем пополам, но справились. Так, забираем с собой награду. Что нам здесь достанется? О! И причем это новое, да, растение, ребят? Ровно 50 семян именно вот этой вот горошины. Земляной, как это называется, правильно, не знаю. 2000 монет. Ну, это копейки, на самом деле, это... Я ничего не смогу даже прапать. Но зато у нас с тобой есть... Так, нам нужно на огород сходить, во-первых. Мы потратили с тобой 2 или 3 растения. Я помню точно это...
Боулинг потрачен у нас был, да? И что-то еще. Так, забираем. Вот сюда засаживаем. И поливка. Жужу, будь добра. Вот сюда вот. Так, ну что, давай глянем, что у нас еще с тобой есть. Что мы с тобой не прошли. На аренку заглянуть. Ну-ка, может быть, Пенни обновилась. Да, друзья мои, Пенни пурсует обновилась. И что у нас тут разыгрывается? Ага. Ну, в принципе, неплохо, ребят, неплохо. Ну что, попробуем или как? Или за деньгами пойдем? Давай, наверное, за деньгами пойдем для начала. Для чего это сделано? Для того, чтобы хотя бы понять, с кем мы имеем дело, да, и что нас тут ожидает. Меня это что-то не радует, если честно. Совсем не радует. Может быть, вот так вот взять нам халапеньо. Угу. Здесь будут хорьки. Соответственно, нам нужно будет с тобой что брать? Шипы. Также нужно будет что-то брать такое согревающее, да? Типа огненных каких-то растений. Так, возьмем вот это вот на всякий случай. Баблгам я, наверное, брать не буду. Пока. А вот гранат, наверное, возьмем. Что-то согревающее, да? Что-то из огненной стихии. Даже не знаю. Может быть, возьмем с тобой еще арахис сюда, на всякий случай, да? Он не будет лишним, я думаю. Лава-гуава, в принципе, была бы хороша, но третий уровень у нее. Возьму мину, на всякий случай. Возьму мортиру, вот так вот. Ну и, наверное, надо нам брать что-то. Подожди-ка, а огненного-то я ничего не взял. Эй-эй-эй-эй, погоди-ка секунду. Они меня просто... Вот, наверное, вот так вот будет отлично. Тогда вместо мины возьмем с тобой подсолнух. Двойной, вот этот вот. Ну что, давай смотреть, как у нас тут получится. Естественно, для начала... Ага, я хотел, думал, сейчас расстановочку с тобой сделаем. Нет. Так, погоди-ка, наверное, нам лучше вот так вот сделать. Ну, нам нужны... А, подсолнухи уже тут есть. Ладно, бог с ними. Лишними не будут. Пускай они нам добывают энергию. Так, и не стоит забывать, что здесь у нас будут эти хорьки. От хорьков нужно защищаться. Ну и куда его прибыли? Прибыли они мне тут довольные. Вон они, вон, видишь, хорьки. Тут как тут уже. Давай вот так вот сделаю. Жги. Жги как никогда, да? Куда вы прете-то, а? Отлично. Пока все вроде бы под контролем. Так, сюда, наверное, влипим, да? И вот сюда. Так, что бы нам с тобой сделать? Давай вот так. Электрический горхострел нужно еще вот сюда вот поставить. А, это последний зомби. Все, ребята, мы прошли. Ну вот не знаю, если бы я, например, взял бы другой уровень сложности, может быть, мы даже бы и сфейлились. Но это не точно. Ну, в любом случае, сейчас мы получаем 600 монет. Отлично, 600 монет. Плюс у нас прокачивается перк. Это именно на халапеньо. Плюс мы с тобой еще заработали гемы. И переходим на второй этап. Здесь 800 монет.
Ну уровень какой? 7. Как говорится, и хочется, и не может, потому что я не справлюсь. На 7 уровне меня просто раздавят эти растения. Ой, зомби. Тем более в пляж. Тут, наверное, вот так придется делать. Здесь самые бесявые — это именно чувачки, которые сидят на лодочках и начинают вот вытягивать мои растения именно под воду. Как бы тут сделать? Наверное, брать нам надо будет лилии тоже, вот эти вот, которые прокачаться. Ага, возьмем с тобой вот это вот. Так, огненный горохострел. Яблочную мортиру. Тут, наверное, придется еще брать подсолнух, потому что нам нужна будет солнечная энергия. Угу. Подожди, где подсолнухи-то у меня? А, они закрыты. Ё-моё, серьезно, что ли? Это дело дрянь, друзья мои. А как же я буду энергию получать? Как я буду получать энергию? Я не могу вообще здесь ни мяту взять, ничего, да? Рис. Липкий рис, а зачем он мне здесь нужен? Вряд ли он мне тут поможет как-то. Даже не знаю. Все, что у меня есть, ребята, все, что я мог придумать, я придумал. Больше здесь вишню, если только взять. Или арбуз. Давай возьмем привидение. Фиг с ним, ребят, поехали. Не знаю, как у нас тут, что получится. Офигеть, а вода-то у нас-то, посмотри. Аж докуда идет. Так, выставим с тобой. Поехали. Там уже по ходу разберемся, куда чего ставить. Пока пускай стоят яблочные мортиры. Так, у нас есть кукуруза, если что. С удобряшкой. Этого надо топить. Так, что у нас там получается? Пока вроде бы норм. Ага, он уже появился. Вон он. Этот рыбачок, так скажем. Он тут как тут. Мортиры бомбим. Ох ты, ох ты, ох ты. Появились-то вы где? Давай, призрак. Так, у нас еще и защита тут стоит. Но это же хорошо, ребят. Это же просто... Там гаргантюха где-то шуршит, слышу я. Блин, а этот уже успел бросить, да, все-таки? Свою погонь вот эту вот, осьминога, кальмара. Слушай, а мы справились здесь. Мы, смотри, мы ему просто не даем даже шагнуть. И это все благодаря нашим яблочным мортирам. Именно они, ребята, при попадании станут зомби. Это круто. Я очень доволен, ребята, и рад, что все-таки я взял эту яблочную мортиру в свое время. Так, может быть, нам попробовать вот это вот, а? Нам же нужны эти семена? Нужны. Нам нужно еще 60 семян, чтобы открыть это растение. Что тут у нас? Возьмем, ну, возьмем опять в плане. Нельзя, да? Я понял, ребята, почему нельзя. Ах, вот оно что, это что-то новенькое, ребят, я что-то не понял, и что я должен сделать? Ну, давай так. Гриб. Допустим. Так, ну что, на свой страх и риск.
свой страх и риск. Ага, вот первый зомбик. Выполз. Еще один зомбарь. Ну, блин, чего мы так долго вот с этим-то возюкаемся? У меня всего лишь одна удобряшка, друзья. А мы знаешь, что можем с тобой сделать? Вот так вот. Пускай он съедает, он превратится в Гаргантюа и, естественно, будет там всех бомбить. Мы вот так вот с тобой сделаем. Бу-бух. Пускай он с ними разбирается здесь. Так, что-то здесь интересненькое у нас, ребят, наклевывается. Даже вот так вот. Хм. Попробуем сейчас уничтожить его. Пускай лопает. Пошел, 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 пошел. Ну все, победа за... А, подожди, победа за нами. Ты вот видишь еще один. Так, ну если даже он сейчас съест этот гипногрипп, он пойдет. Вот так же, как и этот. Есть, ребята, 5 семян получили. И это круто. Счетчик зомби повышается. Значит, скоро будет босс. Так, давай дальше пойдем. Следующее событие у нас вот тут. Да, 15 семян, это было бы, конечно, очень круто для меня. А, энергия закончилась, к сожалению, друзья мои. Блин. Ладно, не беда, в следующей серии мы допройдем. Так, ну что, глянем теперь на арену. Что у нас там на арене происходит? А на арене нам нужно с тобой соточку, да? Чтобы взять 30 семян на растение с шариком. 3 перчатки у меня есть. Ну что, ребят, поехали. Где я нахожусь? О, на самом последнем месте. Давай, посмотрим. Бифлет против меня. Я готов, как говорится, расправить крылья. Ох, ё. Так, секунду. Берем с тобой вот так вот. Бомжи, да, прыгающие у нас тут будут. Бомжи, плюс Гаргантюа с акулой. Наверное, нам надо будет подсунок взять. Двойной. Вот этот вот с тобой возьмем. Возьму сюда мины. Так, тут буйволы. Тут бомжи, наверное, вот так вот сделаем. И вот так. Просто, ребят, хочу посмотреть, попробовать. Считай, одни взрывные растения у меня взяты. Так, сюда поставим мину. Сюда. Вот так вот обложимся. Ну что, посмотрим. Идут, идут, идут голодранцы, я понял. А что это не ускорилось? Почему ускорились? Почему эти ребятулечки ускорились? Нет! Ну вас-то вот только тут не хватало, блин. Ты понимаешь, да? Он начинает вот орать во всю Ивановскую. Блин, удобрения нет. Я думаю, что я не могу взять, потому что у нас тут перебор уже с ними. Ну и куда вы поскакали, а? Бизоны. Так, а этого-то как мне? У меня ничего нет, ребята, здесь, чтобы прикрыть.
Только вот так вот, если. Другого варианта я не вижу. Видишь, что творит? Ускоряет всех, и бомжей, и вообще всех. Допустим. Этого недостаточно, да, я так понял. Эй! Да ну! Да что тут происходит, ребята? Скажите ко мне на милость. Вот они психи, а. Там какие-то остатки роскоши. У нас с тобой подсолнухов-то нету, если честно. Посмотри. Эй-эй-эй-эй, что-то я здесь неправильно сделал все-таки, ребят. Что-то здесь не канает это все. Блин, мы сейчас еще с тобой проиграем. Тут хоть 19 секунд, но враг-то от меня не отступает. Не отстает, точнее. Сейчас обойдет меня здесь где-нибудь на повороте. 10 секунд осталось. Ну, выиграл с горем пополам. Буквально небольшой разрывчик у нас был. Ага, он, видишь, что я брал? Заморозочку. Плюс вишневую бомбу он предпочитал. Слушай, ну на самом деле взрывы — это, конечно, все хорошо, но... Но это не тот вариант, который мне нужен, если честно. Вообще не тот. И я думаю, что надо что-то переделывать здесь. Вопрос, что? Что здесь можно переделать? Надо брать какого-то юнита, который у нас бомбит вдаль. Бомбит вдаль. А какой у нас юнит бомбит вдаль? Да еще против этих бомжей как-то надо выстоять. И еще тут надгробие появляется. Еще тут появляется надгробие. Не знаю, ребят. Просто не знаю, у меня ничего нет в голове. Вот смотрю на это все и думаю, что это идеально. Единственное, что меня смущает, мне кажется, что здесь ночь. Потому что подсолнухи мои, ну, вообще меня не радуют своей солнечной энергией. Видишь, ускоряются. А почему ускоряются? Потому что правильно, ребята. Там зомби, ой, зомби, там динозавр, который орёт и подгоняет. Вот он вышел, появился, не запылился. Появился, не запылился. Я почему-то не могу, ребята, там активировать. А с какого, блин, перепуга вот здесь там... Косяк. Давай вот так вот сделаем. По-моему, мне это не поможет, это меня не спасет. Давай энергию мне солнечную быстрее. Бомжи этих всех надо уничтожать. Ну-ка. Так в плане, я же... Посмотри, что творят, а? Там еще эти пушки, как там, да, пушки. Ай-яй-яй. Как вы плохо себя ведете здесь, а?
Как же вы плохо себя здесь ведете. Очень противно, очень противно, очень скверно. Гаргантюахи, да? Иди отсюда, бомжара. Энергию, дайте мне энергию. Господи, они не дают. Ее нет, для меня ее нет у них. Так, 150, 30 секунд осталось. Ребят, нас уже обогнали. Вот что я тебе хочу сказать. И мне не вырваться. Блин, ну тут не хватает энергии. Тут элементарная нехватка именно по энергии, ребят. Чуть-чуть буквально не хватает мне. Чуть-чуть. Сфейлился я под самый конец, ребята. Ну и что? Ну и что он тут? Я не знаю, ребят. Каким-то фуфлыжничеством он смог выиграть. На теневых растениях. Нет, это бред. У него растение — это бредотня. А, ну, взрывы тоже, конечно, не айс какой, да, у нас получается. У меня нет вообще ни одного растения, которое я мог бы использовать под удобрением. Просто нету. Можно яблочную мортиру, кстати, взять. Почему я ее не брал? Так, давай посмотрим. Рис, кстати, тоже неплох, взрывной. Рис взрывной. Так, и все-таки, наверное, возьму я этот. Где он? Гриб, ночник. Вот он. Ночной гриб. Могилоедов я брать не буду. Мне кажется, у них нету никакого смысла здесь. Че, попробуем вот эту, ребят, комбинацию. Фиг ее знает. Но опять же, не уверен, что получится все. Давай с тобой выставим мортиры. Вот так вот. Все, поехали. Пускай они уничтожают эти могилы. Несчастные. О-о-о-о-о, побежали, побежали. Как побежали, так и прибежали. Грибочки пока наши подрастут, блин. Окей. Тут еще пираты, прыгуны, бесявые, а? Давай-ка мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Запуск. Не знаю, мне кажется, как-то хуже, по-моему, да, у нас получается сейчас в данный момент. Солнечной энергии как не было, так ее и нету. Куда ты бежишь, а? Буйвол, куда ты вот бежишь? Бомж сзади. Вот это плохо, ребят. Так, активируем. Так, бомжару надо валить. Так, мортиры, вперед. Гаргантюа, тут целая куча их всяких супостатов на меня прет. Ай-яй-яй, тут вот пройдут. Тут вот проходят. Вот этот рев, конечно, это бесявая фигня, ребят. Они так ускоряются. Смотри.
Не хотят мне энергию давать вообще в солнечную, ребят. Просто не хотят. Зажимаются, просто зажимаются и все. Тут уже все почти зачистили мне. Все поуничтожали. Тут вон тоже, видишь, зомби пробивает ряды. Удобряшка, ну давай на пасашок, как говорится, звезданем из яблочной мортиры. Я чудом как-то... Буквально вообще маленький разрывчик, ребят, смотрите. Чуть-чуть, и я бы сдулся бы. Да. Четыре конфеточки всего лишь получили мы с тобой. Четыре конфетки никчемные, да? Блин, где же тут идеальную комбуту найти? У меня еще две перчатки. Я уже на 10-м месте. Так, две пиньяты на кону. Так, ребят, пойду кофейку налью и продолжим. Ну что, поехали. Не знаю, оставить такую команду. Ну, видишь, там разрывчик был небольшой. Я даже, кстати, не использовал здесь липкий рис. Даже не использовал липкий рис. Тогда что нам? Бомбу эту вишневую. Не хочу я ее брать. А здесь можно было бы, конечно, взять гипногриб, да, его под удобрением. И у нас бы появился огромный-огромный гаргантюа. Можно взять вот этого. Так, если я, например, уберу липкий рис. Ну и кого тут поставить? Хм. Кого, не знаю. Просто не знаю. Этого, может быть. Что-то такого вот хочется мощного, понимаешь, чтобы бомбил, я не знаю, просто от души. С офигенным уроном. Кабачок, но он без ульты один раз всего лишь прыгнет. Бумеранг, может быть, взять. Бумеранг. Как вариант. Можешь попробовать, ребят. Возьмем бумеранг. Видишь, тут повышается урон у них именно от взрывов. То есть взрывные растения здесь рулят. Значит, по идее, должен у нас, как тебе сказать, рис вот этот вот разруливать ситуацию. Но почему-то я не заметил. Так, релот. Поехали. Грибы эти очень долго созревают. Это вот раздражает немножечко. Что, у нас уже переплю? А, нет. Нормально все. Пока все отлично. О-о-о-о, сейчас начнет орать. Естественно, начнет ускорять. И вот эти вот пираты, прыгуны, тоже раздражают. Прыгают слишком близко к нам. А тем более под ускорением они начинают тут вообще, вот ты видишь, бежать сломя голову. И пушки вот эти тоже нужно уничтожать. Давай-ка вот так сделаем. Но где энергия-то? Спасибо за еще одно, так сказать, удобрение. И вот эти вот могилы. Вот зачем они здесь появляются, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Пробьют. Пробьют мою защиту, друзья мои, здесь. Пробьют. Как бы мне больше некого здесь ставить. Солнечной энергии нету, как ты видишь. Давай вот так вот сделаем. Удобрение, да, выпало. А если вот так вот сделаю?
допустим. Куда ты бежишь, Гаргантюаха? Вот тебя... Вот недобитыш, а? Поехали, активируем, ребят. Удобряха. Так, на рис, на липкий мы с тобой применим. Так, вот здесь вот пушки уже стоят. Да блин, вы уничтожите вот этого Гаргантюа, он подходит. Это нифига не смешно. Бесит, бесит, бесит. Так, о-хо-хо-хо-хо. Тут-то, смотри, что творится. Ребят, ну, в данный момент 536 тысяч мы с тобой набили. Противничек просто был слабовато, но, тем не менее, две пиньеты мы с тобой урвали. Давай мы посмотрим, что нам из них выпадет. Солнечная фасоль. И ледяной горохострел, который у меня закрыт. Не густо. Но, в принципе, ребята, как бы работает. Колода, только нужно выставлять все вовремя, да? Ну что, за 2000 голды рванем. Я уже на 7-м месте. Потихоньку поднимаюсь. Эх, давай. Ну, яблочные мортиры, согласись, они очень хороши. Они станут противника. Ну, может быть, урон, конечно, не такой офигенный, как мы ожидаем. Но дело они свое делают. Вот грибы. Да, грибы меня, конечно, здесь не очень радуют. Просто не очень. Так, давай сюда поставим, наверное. Здесь это все нужно уничтожать на корню, причем на очень-очень ранней стадии. Сейчас как только увидим рожу эту, сразу надо активировать. Куда ты вот бежишь, а? Хлыщ. Видишь вот эти вот пушки? Пушки тоже нужно бомбить. Значит, тут нам дадут шорох. Во-во-во-во-во, заорал, заорал. Псих этот раскричался. Куда вы там собрались, олухи? Все удобряхи я потратил. Блин, ну очень тяжело эти грибы дают мне энергию. Очень тяжело. И без нее как без рук. Без солнечной энергии. Просто как без рук. Трачу на все, что не попадя, ребята. Во-во-во-во, началось, началось, короче. Так, вот сюда поставим еще грибок один. Вот, был большущий-большущий гриб. Сейчас его съедят. Активируем. Куда ты? Вызвал он сюда свою пушку. Добряха. Давай-давай-давай-давай. А че его-то не... Застопорили, а? Видишь, наверху Гаргантюа? А, ну тут уже, ребят, бесполезно. Тут бомжара уже постарался. Съел, как говорится, все. О, мы тут с тобой, смотри, фейлимся как. Очень круто. У него уже 477 тысяч. У нашего врага. Круто, конечно, круто. Мне уже не догнать. Как бы я тут не хотел, как бы я тут не старался. Не-а. Слишком быстро бегут. Слишком быстро все они здесь делают. Так,
Так, ладно, давай посмотрим, что там у противника. Ну еще, ребята, ну и смотрите. Ну все в основном на взрывы, да, он сделал. Не знаю. Так, а у меня, по-моему, ребята, перчаток-то больше нету. Угу. Перчаток нету, ребята. Рекламу я смотреть не буду сегодня. Ну что, давай тогда, наверное, мы на сегодня закончим игрушечку. Но обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. Кстати, сколько мне нужно еще получить этих, чтобы 30 семян? Буквально один поединок. 11 дней еще будет ивент длиться. Но я думаю, успеем мы с тобой собрать. Ну что, друзья мои, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.